Я купил шурупы для того, чтобы прикрутить вот эту подставку. Так, по цене. Розничная цена за каждый шуруп 59 центов. Сколько вышла моя, честно сказать, не знаю. Надо смотреть ресит. А в онлайне я его увижу только завтра. Потому что оригинал я не стал брать бумажку. А я, когда буду монтировать видео, напишу, сколько была моя цена. Вот такой постамент прикручивается к столу. Вот сам стол. Вот он лежит. И вот сюда. Вот сюда он будет установлен. Вот он. На ножка. Вот видите. Еще такой постамент. У меня их три этих постамента, потому что уличный стол крепится на двух сразу. Так, сейчас берем стол тогда. Засверливаем отверстие и устанавливаем ногу. Так, вот стол. Видите, вот кто его произвел. В Мичигане он сделан. Но я вижу, что вот здесь стоят заглушки, то есть шурупы здесь уже были. И эти заглушки я примерял уже. Они точно совпадают. Вот я думаю, крутить ли в них, или провернуть вот так, чтобы в них не попасть. И засверлить новые отверстия прямо в тело дерева, что, я думаю, будет лучше. Ну вот похоже, что, судя по старым отверстиям, вот так вот он стоял, вот. Видите? То есть примерно так же, только провернув, мне надо будет сейчас засверлить. По шурупам. Вот берем эту, достаем шурупики из пакетика и смотрим. Вот он, видите, как пройдет. Не до конца, но глубоко зайдет. Я думаю, держать будет. 6 таких шурупов в дерево должны держать. Сейчас главное правильно просверлить под них отверстия, чтобы и не ослабить их, но при этом, чтобы они хорошо сели. Сейчас я в интернете посмотрю под 14 шуруп. Это размер шурупа вот этот. 14 называется. 14 на инч вот этот именно. Я сейчас посмотрю, каким сверлом правильно под него сверлить дерево, чтобы идеально держало. Сделал я вот такое сверло. Это чтобы не проскочить глубоко слишком. Видите, у меня упор выставлен под длину шурупа. Сейчас я наживляю все отверстия. Делаю отметки. Так, давайте мы сейчас одно попробуем сделать. Ну, как говорится, с Богом. И такое получилось отверстие. Сейчас я выравниваю все, чтобы красивенько оно стояло. Так, следующий шаг — это подобрать правильную насадку отвертки под шуруп. Сейчас я это сделаю. Вот, смотрите, подобрал я насадочку, видите, которая очень плотно, хорошо встает. Теперь можно закручивать шурупы. Сейчас наживим все сначала, а потом протянем их. Их тут 6 штук держат этот
постамент стола. Хорошо, плотненько закручиваются. Видите, я специально вручную кручу их, чтобы не сорвать. Последний шуруп. Проверяем тот первый, который. Надо чуть-чуть подтянуть их. Вот и все. И затянули. Сейчас попробуем поставить его на место. Вот, видите, как он стал тут красивенько на этот новый стол. Сейчас его попробую одеть туда на место. Получился стол. Вот он, видите, на ножке стоит. Это он в разложенном состоянии. Когда он такой большой не нужен, он вот так складывается. И получается вот такой столик маленький. Но мне очень нравится, я доволен. То есть в разложенном состоянии за ним реально может немало человек сесть, чтобы покушать нормально и так далее. Да, конечно, все относительно, то есть он не рассчитан, что на нем сидеть будут. Ну, мне нравится, как вышел столик. Вот идет нанесение нового гель-коута. Цвет вроде бы совпадает очень хорошо. Второй раз пользуемся этой фирмой, кто намешивает гель-коут. Очень довольны. Вот видите. Это ты здесь еще раз сейчас проходил? Или это все в прошлый раз? В прошлый раз. Я вот здесь перед. Вот такой вот получается. Вот здесь, кстати, нос ей уже чинили. Вот видите, пятно другого цвета. А вот у них, кстати, цвет не очень попал, когда они чинили. Вот эту сторону уже немного отбафовали. Сегодня с утра, пока я ездил по магазинам. Вот видите. И вот тут тоже. Надо вытащить вот эту вентиляцию. То есть такими делами позаниматься. Это вот у нас вот здесь отверстие. Это получается вентиляция водяного танка. А вот с этой стороны это топливного. Вот это топливный танк. И еще получается две вентиляции вот здесь стоят. Непонятно, что это, надо будет разбираться. Что это за вентиляции? Ну, какие-то для чего-то есть. Так, ну что, вот сейчас вот закат солнца. Подошел посмотреть. И вижу, что надо будет перебафовывать. Но свесь. То есть видно следы, что он шкурка слишком грубая. То есть надо более мелкой пройти сначала, не выбафована. Так что придется нос этот переделывать. Ну, доделывать дальше, еще проходить мелкой шкуркой, потом заново бафовать. Ой, доброе утро, страна. Вот, кстати, подумываю себе поставить вот сюда на углы крепления для удочек. Видите, вот как у него стоят. И вот такую штуку тоже купить. Будет удобно как ручку вставлять. А крепления для удочек позволят удобно рыбачить. О, сегодня вода более прозрачная. Я смотрю, почище стало. Вчера был какой-то прикол. Тишина. Ветра нет. Все лодки стоят.
Потом, как давай друг за дружкой шататься. Знаете, вот как будто бы что-то их зацепило снизу. Ну, в общем, непонятно как-то. Непонятный был прикол. Сейчас идем посмотреть, что тут Петька курочит корпус яхты. Целый день в беготне вчера прошел, чувствую, сегодня опять будет так же. Все нету мест, ну, времени заняться дальше разборкой салона. Уже, может быть, через пару дней займусь. А что у тебя тут? Рассказывай что-нибудь хорошее. Че? Шкурим сейчас. Ну и как вышкуривается? Хорошо. Лучше, чем валиком? В целом. Валиком просто неправильно делали, понимаешь, все. Ну, получается, там дырки оставались, здесь дырок не остается. Здесь кисточки ты запихиваешь, воздух как бы выходит. Вон, пакет у тебя улетел. Угу. Ну да, вот смотри, практически идеально с первой попытки, да? Да, вот это вот это видишь, вот это как бы чуть-чуть желтовато, это как бы, ну. А я желтоватость перетер... даже не вижу. Не, ну как особо. Вот, чуть-чуть как бы вот. Оно... Может под углом, под каким-то? Да, под каким-то углом, вот как бы вот здесь желтовато, вот здесь вот еще как бы не дошкурено до конца. Я понял. Понял, да, это там уже как бы, уже, да, протирается, а там тот цвет родной, он же желтей. Ну, но помню. Он выцветит это буквально там, не знаю. Да, он еще в акции набьется. И... Он в акции набьется, не так будет видно. Вот с той стороны ту полосу уже не видно. Вот там она подвыцвела, уже в общем, и все. Вот. Ну что, прекрасно, что вот так вот с первой попытки. Да, вот сейчас я... Которое переднее пятно было, да? Только этот надо. Ну... Шкурка 80-ку надо. 80-ку? 80-ку или сотку. Сейчас. И желательно посмотреть. Есть? А мы же брали 80-ку. Что 80-ку? Мы брали Сашки? Диски, да. Возьми там. И посмотреть, если вот на эту машинку, но жесткая, как бы под липкую, если... А, да, а, если мы взяли, не, на такую машинку не будет. На такую машинку не будет. Мы брали, посмотри там. Сейчас я гляну. Потому что вот это оно плохо липнет и очень часто оно слетает. Ну вот здесь это еще на второй слой. Не, ну понятно, да, это надо прогнать, заполнить. Я там не, ну и здесь я смотрю, в принципе, я думал, здесь борозды останутся такие, а я смотрю, получается, заполнили нормально вчера все это. Помнишь, мы смотрели, еще говорили, что вот эту, наверное, надо будет забивать. Ну, еще. Кое-что вот остается. Вот, ну, это мелкие. Вот где, слушай, я ожидал, там канава будет. Крупная, где у нас была? Крупная вот где-то была. Вот, наверное, вот это, да, вот это место. Я думал, там вообще канава будет, крупная, понимаешь? А здесь вообще чуть-чуть не достало, не хватило. Вот где-то говорю, вот это крупная. Нет, нет. Подожди, я вот... Вот, да, нет, цвет, кстати, я тебе скажу, совпал хорошо. Цвет совпал хорошо. Вот реально, вот здесь вот делался огромный кусок, его уже не видно. Ну, явно кисточкой правильнее и наносить. Это, равно, ну это я подстину, близко нельзя наносить карандаш, надо подальше, ну, может зайти под цвет, я знаешь, понял. И будет потом, ну это стереть его на цветок. Его может просто надо стирать оно перед сейчас тем, как... Оно сейчас солнце видит вот так на боке, все точки будут видно, я все аккуратно. Ну, я понял, я имею в виду, может это, надо просто карандаш вот перед тем, как мазать, смывать весь. Тогда не видно, надо просто как бы больше. Не, ну вот приготовился вот это, ну, место мазать. Вот она точечка, надо вот так подальше, вот так, раз, знаешь.
карандаша. Вот, вот это ты имеешь в виду, что карандаш вот так может вылезти, да? Ну это не подточено еще, да, это я еще не, ну, прям наглухо не вот это самое. Не ну пошли шкурку глянем. А, где ключ от спринтера? Сейчас поеду в S-Marine и тогда глянем сейчас шкурку, если что, по шкурку.